Приветствую, друзья, с вами на связи Александр, я гитарист, репетитор гитары, композитор, аранжировщик. Уходит в прошлое у нас 2016 год, и сейчас как раз-таки самое время подводить итоги уходящему году. Я уверен, что вы за прошедший год накопили определенный новый опыт в своей жизни, достигли каких-то результатов, я тоже не исключение, и мне хотелось бы вместе с вами поделиться своим опытом, наилучшими достижениями, результатами и навыками в плане игры на гитаре. Поэтому я решил провести семинар онлайн двухдневный 24 и 25 декабря. Это выходные, суббота и воскресенье. Семинар будет и в субботу, и в воскресенье начинаться в 11 часов утра по московскому времени. Минимальная продолжительность каждой встречи 60 минут, максимально 90 минут. То есть от 60 до 90 минут мы с вами будем находиться в прямом эфире. Поэтому, если вы решите принять участие в этом семинаре, запланируйте себе это время в календаре. Семинар для ограниченного количества участников, для моих зрителей, для моих подписчиков. И стоимость семинара платная, всего $15 или 1000 рублей. Это символическая плата. И, как я уже выше отметил, количество участников ограниченное. И чем быстрее вы произведете оплату, тем больше вы гарантируете себе участие в этом семинаре. О том, как подключаться к этому семинару, я вышлю вам сообщение в ответном письме после вашей оплаты. Там ничего сложного не будет. Вот. Также после оплаты, когда вы получите от меня письмо, вы сможете мне выслать вопросы, которые у вас имеются в плане игры на гитаре. И можете не высылать, конечно, потому что у меня будет множество полезной информации, которую я буду вещать. Но если вы что-то спросите, это будет неплохо, потому что в сжатой форме, максимально содержательно, я смогу ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Итак, в нескольких словах еще раз подводим итоги. 24 и 25 декабря 2016 года, это будут субботы и воскресенье, в 11 часов утра мы начинаем наши встречи. Продолжительность каждой встречи от часу до полутора часов. Стоимость 1000 рублей или $15 за двухдневное участие. И количество участников очень ограничено. Несколько человек всего будет на каждой встрече. Еще такой момент. Если вдруг по каким-то уважительным причинам вы опоздаете на начало семинара или не сможете вообще прийти, не переживайте. Каждая встреча будет в видеозаписи. И после окончания встречи вы получите ссылку с доступом к видеозаписи. Поэтому сможете просмотреть его в офлайн режиме в удобное для вас время. На этом я заканчиваю нашу встречу и наше видео, и встретимся с вами уже в ближайшие выходные, и на этих встречах я поделюсь своими наилучшими достижениями, наилучшими наработками, результатами, открытиями в плане игры на гитаре. Уверен, что эти два дня помогут вам произвести квантовый скачок в вашей игре на гитаре и достичь новых вершин в 2017 году наступающем уже. До встречи, всего доброго, увидимся в субботу в 11:00 по Москве. Пока-пока.